Привет, ребята. 5:12 утра. Встал. Проснулся. Спалось просто идеально. Я вчера где-то в 6:00 вечера лег и вот только что встал. Ночью, конечно же, вставал, подкидывал дрова, наверное, раза два или три я вставал. Тулан два раза кого-то лаял. Первый раз лаял долго, а второй раз только один раз лайкнул и все. Непонятно, кого он лает. Какой-то зверь ходит, но не знаю кто. Или лось, или медведь. Пока не могу. У меня пока ответа нету. Олени чуть стороной ходят. Здесь вроде как меньше. Я их встречаю. Вот. Лоси или медведи, возможно. Проходную проходят тут. 513. Но лаи тоже разные бывают. Как бы бывает, лаят жестко. Как-то, как сказать. Ну, голос у собак разный. И сейчас вот, когда лаял, он средний голос был. Такой. Я не почувствовал опасности. Но все равно неприятно, когда ночью собака лает, конечно. Неприятно. Вот. Сейчас буду собираться. И где-то как раз цветет. Сейчас еще темно на улице. Я на улице пока не выходил. Не знаю, какая погода. Посмотреть погоду. Ну и соберемся и сходим куда-нибудь. Побродим. Самое главное, ничего не забыть. Это самое главное. Вчера так и я забыл. Вот это. И позавтракать немножко суп надо наложу. Подогрею на печке. Стальной вынесу. Я вчера котелок забыл. А аппетита нету. Ну, тут хватит супа. Стальной вынесу на улицу. Давай посмотрим погоду. Вон Туланчик, охрана моя. Ну, вон там. Ну. Погода вроде нормально пока. Да. Дым с трубы. Красиво. Полный штиль. Поэтому Тулан издалека слышит каждый шорох, каждый треск. Не знаю, кого он лаял, конечно. Но мне лень было вставать, чтобы вам для заснять. У меня видеокамера был в стороне, не под рукой. Елка какая красивая тут. Ну, снегири уже вон слышно. Да, птицы уже проснулись. Ну так. Такое утро, первое утро в тайге. Хорошее. Тихое самое главное. Чуть-чуть гул слышно, но пока тишина. Я, ребят, уже позавтракал. Ну и приготовил, что я буду с собой брать. А, еще сахар надо взять. Чай. В термосе кипяток. Обычный кипяток. Тут хлеб, колбаса, сыр. Такой тормозок. Нож, навигатор, патроны. Но это для съемки. И куда-нибудь еще установлю сегодня вторую фотоловушку новую. Я это еще не использовал ни разу. Тоже установим. Всю осень будем держать, может. Но это установлю на птицу куда-нибудь. Глухаре хочется посмотреть. Вот. И заодно потестируем. Первая фотоловушка у меня с задержкой включается. Посмотрим, как это будет срабатывать. Ну, вот такое вот. Ну и еще в рюкзаке вот тут у меня как бы бинт, медикаменты. В основном бинт. И не помню уже, что там.
Но він всегда с собой у меня. Вот. И топор возьму, топор на улице. Тулан что-то там. Ох, а видели прысь? Ты смотри. Видели? Ты не забывай. Место там у тебя, да. Вот. Ну все, примерно так. Что там пурскаешь? Вот он, бобровый рай, оказывается, где, ребят. Куда надо фотоловушку ставить. Вот так. Они тут плотину делают. Смотрите. Тихо. В прошлом году этого не было. Первый раз плотину вижу. Первый раз. Никогда в жизни еще не видел. Вот значит они так строят. Где-то метр высотой они подняли уже. Нормальный ход. А, ладно. Смотри, что делается. Закрывает озеро. Это озеро с ручьем. Ручей всегда будет бежать. Но капитально они начали строить. Там, смотрите, осину свалили. В прошлом году этого бардака тут не было. И сегодня, наверное, пока я здесь на лодке, еще спущусь за фотоловушкой, вчерашней фотоловушкой, и где-нибудь, наверное, вот тут установлю. Может, здесь, на устье озера, или же где-то вот тут. Потому что где бобры, там и звери. Что медведи, что волки, что росомаха. Мне интересно кого-либо заснять. Может, где-то хатка у них новая. Может, только-только начали здесь обживаться. Буду разбираться, одним словом. Ну все, мы в путь. Сегодня решил сходить на глухариную охоту. Где живут глухари, туда сходим. На сосновый бор, старые вырубки. Не знаю, откуда только фотоловушку ставить. Тут непонятно, кто тут ковырялся. Но это давно, летом когда-то. На какой-то зверь, наверное, тут был. Перестал лаять. Вроде рябчик был. Да, идет. А вон уже он. Значит, рябчик туда улетел. Сперва тут, в двух местах облаял, а пришел оттуда. А, молодец. Ну, на рябчик все так и было. Решил попить чай. Ну, не чай, а вон, смотрите, кипяток. Кипяток с конфетами. Конфеты вот такие. Ну, что сказать. Мы уже в сосновом бору. Будем сейчас здесь ходить, искать. Тулан облаял первого рябчика. Прошел от лодки примерно 2.5 километра. Ни одного взлета, ничего нету. Ягод вообще тут тоже не оказалось. Если нет ягод, не знаю, дичь есть, нет. Просто надо проверить, ходить, искать. Каждый день так будем ходить, искать. Может, наткнемся на глухаря. Но скажу вам, первое впечатление не очень утешительное, так как такие места уже сейчас мы прошли, и вообще ни взлета, ничего. Тут черника-то немножко есть. Вон она. Одна вода, конечно, сейчас. Но обнадеживает.
Здесь, возможно, дичь-то еще можем встретить. Обычно, когда айда была, так кувыркалась, я от помета оленя там постоянно. Вышли на вырубку, старая вырубка. А, ну да, вон тоже у оленей помет. Постоянно собаки так кувыркаются. Вдоль вырубка так пройдусь. Вот тут видно отчетливо лёжка. Лёжка и свежий помёт. Буквально вот свежий на днях. Здесь видно, вон они какие мелкие. Как семечки помёт у оленей. Вот одна лёжка вот тут. Возможно, ещё тут есть. Вот вторая тоже. Тоже лёжка в два. Так, две штуки я вижу. Вот это отчетливо видно. И вот это тоже хорошо видно. Две лёжки. Ну, буквально на днях тут они были. Вот третья лёжка. Вот тут третья лёжка. Четвёртая, пятая, шестая. Шестая лёжка. Шесть штук оленей тут было. Минимум. Шестая, вот седьмая. Еще седьмая. Вообще кучно они лежали тут. Седьмая, вот вон еще восьмая. Это покрупнее, конечно. Вот еще восьмая. Восьмая лёжка. Восемь, девять. Вон еще девятая. Вот девятая. Девять штук. Девять штук оленей. Девять. Тут уже они ковырялись, но это минимум 9-10 штук тут оленей прошло. В прошлом году 10 штук видел. И может этот, как сказать, это стадо и тоже было тут. Но пока их не видели. Здесь какая-то боровая птица тоже. Глухарь, наверное, был. Но тулан пока тишина, молчит. Такая картина последствия гона. Давненько, конечно. Осенью, начале осени, наверное. Кедр. Разбомбили кедрач. Так, ребят, прошлогоднее место, где у меня стояла фотоловушка, вроде глухари сюда подлетают. В этом году также буду устанавливать на то же самое место. Сразу я вижу, куда направлена этот фотоловушка. Чуть ниже надо. Немножко. Так, вроде хорошо все настроилось. Включаю. Все. Пусть ловит дичь зверей. Вот так установил. Хотел вон туда установить. Потом установил вот сюда. Ну, этот обзор все хорошо. И даже дорога там. Даже дорога там будет видно. Ну вот, ребят, обошел первую вырубку.
полностью. Ни одного взлета, ничего. Надо пообедать уже почти. Почти полдня уже брожу. День хороший. Порывы ветра бывают, но вообще штиль. Только дятел. Дятла только слышу еще. Пока пустой, одним словом. Ни одного выстрела, ничего. Хорошее бревно. Прям под мой рост. Сыро, конечно, но... Сейчас посижу, отдохну, пообедаю. Тулан, не знаю, где он. Куда-то ушел. Придет, тоже ему хлеб дам. Малин. Где ты попадал? Ну, я встаю. Ну, да ты, Симон, ну, Настя. Ну, Настя, мам. Очень активно лает. Очень далеко. Далеко ушел. Да, это боровую птицу лает. Не зверя, ничего. Это боровая птица. Надо идти быстро. Короче, полпути я не прошел, а и перестал. Опять улетела птица. Даже не знаю, кто там был. Глухарь и копалуха. Фиг знает. Но хорошо тулан облаял. Прям идеально. Звонко так. Непрерывисто так. Как ручей. Течет так же. Значит, он видел, как он сидит. Дичь. Я не слышал и взлета ничего. Я не успел просто подойти. Лай перестал. Вот так. День проходит так без выстрела, блин. Второй день уже. Собака куда-то вон туда ушла. Или ко мне возвращается. Здесь обзор хороший. С тайги выйду, посмотрю. Ну, следы оленей. Вон они. Обычно так бывает на вершинках, глухари тоже. Издалека видно, если сидят.
хочется туда, хочется сюда, и везде хочется. Но и надо думать, что надо возвращаться еще до избы. Одним днем все не пройдешь. Вон тулан идет. Тула, да, тебе бы видеокамеру на лоб тоже повесить. Кого там облаял, интересно. Не знаю, остается только гадать, кто там был, птица или зверь. Но если бы оленя, он бы еще гнал и дальше бы лаял. А этот резко вот лай перестал и все. Блин, погода прояснилась. Заморозки, может, будут. Ну, заодно отдыхаю, ребят. Не просто так я здесь стою. Чуть-чуть тоже надо отдохнуть. Нету никого. Я не увидел. Ребят, стою, смотрите, сразу не увидел. Она уже спела, я, между прочим. Смотрите, за один раз можно сколько набрать. Кислая, ой. Клюквы море. Корм для глухарей. Даже рябчики проглатывает такое. Море. Очень много. Действительно, в этом году год клюквы. Ну вот. Смотрите, как вишенки. Такие крупные тут. Если собирать, вообще их много. Такая ягода, быстро набрать такую ягоду. Тулан уже вон там. Сколько? Кругом. Очередной лай. Хрен пойми где. Надеюсь, кадры слышно там. Камеру. Опять не дождется, бля. Ладно, надо идти.